Привет, народ. Вот едем вязать арзу. Счастливые. Шумка орёт. Чего ты орёшь? Чего орёшь? А? Шибло харта. Сейчас. С Богом. Воронёги летают. Харза! Куда пошла? Ну за репьями-то не ходи. Сюда иди! Харза! Воробьи-то. Харза, иди сюда! Пошли! Иди сюда! Пошли! Эй, ты козюлька! Народ, всем здорово. Вот сегодня, короче, ездили мы харзу вязать. Вот, первый раз поехали. Был у нас, короче, 10-й день течки. Съездили, короче, в холостую. Вот, в общем, прошло еще у нас 3 дня целых. На 14-й день, получается, сегодня мы поехали. Свершилось, аллилуйя. Ну вот, надеюсь, что все прошло успешно. Будем ждать приплод, будем следить за харзой, как она себя будет вести. Опыта у меня, конечно, еще нет, но нужно будет читать информации всякие. Будем набирать опыт. Ну все, пока. До новых встреч.